Много подходит людей сюда? Да, подходит очень много. Все интересуются, куда поехать, по Твери спрашивают маршруты, интересуются храмами, что удивительно для такого мероприятия. Интересуются городами конкретными, куда можно поехать, что там посмотреть. Мы всем помогаем, подсказываем. А здесь только буклеты, да, насколько я понимаю? У нас буклеты и два профессиональных знатока Тверской области, которые расскажут все, о чем интересует. А мне сказали, что здесь рыбалкой даже люди интересуются, да? Интересуются дайвингом, рыбалкой. Что у нас еще было? Православной тематикой. Православной тематикой, да.